Армия Перо освободила из плена маоистов 39 заложников. Группировка «Светлый путь» удерживала людей в качестве рабов. Их заставляли работать на полях в центральных регионах страны. По рассказам освобожденных, некоторые из них находились в неволе более 30 лет. Большинство спасенных – дети, причем многие были рождены в заключении. В лагерь, где удерживали людей, солдаты попали благодаря мужчине, которому удалось сбежать после многих лет в заключении. Нами освобождены 13 взрослых и 26 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Сейчас все они проходят медицинское обследование. Власти обеспечат их всем необходимым.